Всем привет! Сегодня я пеку ватрушечки. У меня дрожжевое тесто на молоке. Здесь 0,5 литра молока, 2 яйца, сахар, соль и мука. Мука Макфа. И вот такие вот дрожжи у меня. И мука Макфа. Значит, начинка у меня вот такая. Масса готовая с киви. Очень получились вкусненькие. Вот сейчас я их поставлю в печь. Смазала вот яйцом. Пеку я вот в такой печке электрической. Полчаса у меня... Ставлю на полчаса. Полчаса у меня выпекается. Ну все, сейчас поставлю печь. Такие вот ватрушечки. Здесь вот такой бардак. Я все вытащила из стола, из-под стола. Вот, хочу там... У меня что-то там такая грязь была. Хочу вот там все помыть, убрать. В общем, все вот это вот вытащила. Вот, у меня обгрызли кошки, вот. Приходится вот занавеской накрывать. Сейчас я помою под столом, все это протру. И чистенькими поставлю под стол. Вот, в общем, вот так вот у меня здесь такой порядок стоит. Вот. Это наша кухня, старая, правда. Холодильники. Такой небольшой рум-тур. Наши обои. Они от пара у нас просто отклеиваются и вот так виснут. Но мы хотим это все здесь сломать, поэтому я ничего не делаю. Все остается, как оно есть. Вот. В общем, сегодня я занимаюсь такой уборочкой. Все вытащила, хочу помыть, все протереть и аккуратненько обратно сложить под стол. Я здесь все сложила аккуратненько, вот, в общем, все протерла. Это тазик у меня для земли. Я уже готовлю, значит, потихонечку к сезону, к весенне-летнему. Надо будет. Ой, я занесла вот этот стол у меня для рассады. А я что хочу сейчас? Ой, это у меня вот свинья. Я хочу вот ведра. Я раскладываю им. Потом отношу кормить. Чуть позже пойду их покормлю. В общем, густое. Приходится вот так вот шумовкой. В общем, им складывать. Здесь отруби у меня и немного крупы я варила. В этот раз я варила перловую крупу. Сейчас я потихоньку размешаю ее. Вот. Ну, в общем, здесь где-то 2 ведра. В общем, я сначала им даю вот эту еду. А потом, значит, если они не наедаются, я им просто сыплю сухое зерно. Зерна у нас много разного. Ну, в общем, вечером так всегда кормлю. Сейчас вот я разложу. Каждый день варю вот такую кастрюлю большую. Вот. Каждый день варю ее. Запариваю потом. Делаю жидкое, потом запариваю отруби. Если отруби нет, я варю им зерно. Вот. И, в общем, чего не хватит, кожурки вот варю им. Складываю, потом варю. Ну, в общем, что есть, все варю. Вот. И, в общем, сейчас разложу. Покормлю их. Если они не наедятся, я значит, кормлю свиней. Дала вот им жрать. Кушай, кушай. А вот, это вот. У нас 9 часов вечера, поэтому так темно. Лампочка такая неяркая. Вот он. Я разговариваю. Он боится, не кушает. Вот, вот такой боров. И здесь свиночка. Они чавкают. Я обычно молча их кормлю. И когда они кушают, я, значит, стараюсь почистить у них. Когда у них становится мокрый, я их чищу и новое сено им кидаю. Вот. Вот так вот они. Мы хотим свиночку зарезать в феврале.
на мясо. Вот. А Буров она не очень хорошо кушает, а Бурова еще покормить. Вот, что-то, конечно, жалко их еще резать. Они еще, конечно, подросли бы. Но, в общем, хочется мяса своего домашнего. Вот свиночка там. Вот так вот у них мокро становится. Я вот только сегодня им бросила, он опять по краям расшебушил все сено. Я молчу, чтобы он кушал. Начинаю разговаривать, но он не ест. Кушай, кушай, не бойся. Кушай, кушай. Кушай, мой хороший, кушай. Кушай, кушай. Кушай, мама разговаривает, да, не дает кушать. Мама зараза такая. В общем, мы хотим свиночку зарезать. Она и меньше, и ну, хуже кушает. А вот он растет. Он вот не в ширь, не в сало идет, а он в рост идет. Мы его кормим, а он растет. Мы его кормим, а он растет. Вот. Ну, в общем, хотим свиночку. 10 раз уже сказала. Вот курочки у меня тут бегают. Вот ведра мои. У нас идет снег на улице, но здесь вот лампочки нет, не видно. Ну, в общем, не видно. Хотела показать, что идет снег, но метет опять. Не видно. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока-пока.